Всем привет, с вами Кинолист, и сегодня мы разберем дату выхода третьего сезона сериала «Черное лето». Поехали! В 2014 году сервис Netflix, вдохновившись успехом «Ходячих мертвецов», создали собственный проект про зомби под названием «Черное лето». Он оказался достаточно популярным, чтобы в 2019 у него вышла предыстория под названием «Черное лето». Сериал неоднозначно оказался встречен публикой и критиками. Самые яркие противники сказали, что новинка – копия «Ходячих мертвецов», но нашлись и обожатели. Считавшие проект крайне смелым и необычным. Часть критиков сравнили сериал с фильмами Тарковского, посчитав, что если бы именитый режиссер снимал ужасы, то получилось бы «Черное лето». Фанатом сериала является и Стивен Кинг. В 2021 году у шоу вышло продолжение, оставившее нераскрытые темы, что и послужило появлению разговоров о продлении. Дата выхода третьего сезона сериала «Черное лето» может состояться в 2023 году, но официально проект не продлили. Впрочем, новостей о закрытии тоже не поступало. Сюжет в первом сезоне разворачивается вокруг женщины по имени Роуз. В начале зомби-апокалипсиса, когда правительство и войска пали, но выживших еще относительно достаточно, героиня решает отправиться через материк за дочерью, на которой находится в школьном лагере. Она уверена, что малышка жива и намерена ее найти. Для достижения цели героиня объединяется с группой выживших, которые идут в аналогичном направлении. Зрители видели, что Роуз удалось найти Анну, и второй сезон рассказывает о попытках матери и дочери найти безопасное место. В ходе этого у нее возникают разногласия с командой спутников, что приводит девушку к противостоянию с ними. Второй сезон больше сосредотачивается на взаимоотношениях людей, нежели на борьбе с зомби. О том, какое направление для сюжета возьмут продолжение, пока неизвестно. Но критики уверены, что в нем вернутся к выживанию в среде зомби. Финал второго сезона показал, что Роуз с Анной и их спутниками поднялись на самолет, дабы отправиться в безопасное место в горах. Однако самолету не было суждено взлететь, так как он взорвался из-за попыток отбиться от прорвавшихся зомби. При этом Роуз получила сильные травмы, что может намекать на ее гибель. В этом случае, вероятно, ключевым станет дочь героини, Анна. Также зрители обратили внимание, что во втором сезоне на ключевые позиции вышел второстепенный персонаж азиатка Ли. Не исключено, что девушка продолжит приключения с Анной, если Роуз действительно погибла. Дата выхода третьего сезона в 2023 году. Вероятно, будет весной. А с вами был Кинолист, и сегодня мы разобрали дату выхода третьего сезона сериала «Черное лето». Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, заглядывайте на наш канал. Всем пока!